Congrats. Все, процесс идет. Всем привет. Среда у нас. Видите, выгрузили. Сейчас выкладывают парни по два. В ряд, по две штуки в ряд. И таможня будет делать досмотр. Вон там уже забракованные лежат, которые не пойдут. Все это дело посмотрят. Потом будут назад загружать. Ну что, время 11. Ходит таможня, меряет, замеряет, рассматривает. Потом же надо все это обратно закидать парням физкультура. Сегодня хоть с погодой фартит. Вчера погоды не было, а сегодня погода хорошая. Ребята таможенники молодые. В общем, время уже 12. Все, что-то там какой-то движняк происходит. Что-то меряют туда-сюда. А мы сидим, ждем. Да, парни. Обед. Война войной, обед по расписанию. Можно? Заходи. Мы ботинки снимем. Давай, залазьте. Алдар, заходи, ботинки сейчас заснимешь. Кофе пить будем. Куда ты торопишься сейчас-то уже? Сейчас-то уже точно никуда нахуй торопиться. Я мечтал побывать на Байкале и во сне видел эти края. Там отчет начинает в реале всей страны география. Там огромное солнце, высокота, колышется море тайги. Баркузин там гудеет, нет сопок и гонит воды реки Селенги. Улан-Удэ, Улан-Удэ. Ула, 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 но дэм, ула, но дэм, эй, ула, но дэм, ула, 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 но дэм. И не мог я туда не приехать, меня совесть звала и гнала. Запах свежей кедровой корековы, янтарная гидра смола. За Байкалем мечтам надышаться, его воздух всей грудью вдохнуть. И в Байкале хоть раз искупаться, в его чистые воды нырнуть. Улан-Удэ, Улан-Удэ, ула-ула-ула.
Volvo Truck, Renault Truck. Мы на объездную Улан-Удэ, друзья. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Наконец-то мы поехали. Сейчас все вам подробненько расскажу. Просто я тут с парнишкой, с Алдаром ехал. Привет тебе, дружище. Мы тут сегодня выгружали. Они меня потом, мы тут все вместе загружали. С Иваном. Ну как, Теклоран, брокер. Вань, привет тебе тоже. Да вообще всей Бурятии привет. Классно сегодня парни свозили. Позы монгольские угостили. В кафешку там ездили специально. Днем, пока там таможня нас смотрела, досматривала, мерила, считала. Короче, рассказываю, что да как. Ну, сегодня среда, 21-я. Вот. Простоял, естественно, ну, понедельник. Ну, в понедельник мы ездили по Улан-Удэ гуляли. Вчера простоял вторник. Вчера что-то тут какая-то бумажная волокита была. Все что-то очень долго там что-то оформляли. Короче, мне вчера тоже никто ничего не делал. Сегодня парни с утра приехали. В общем, таможня. Надо все выгрузить. Прикиньте, 238 брусов. Ну, что делать надо, значит, надо. Ну, там, вы видели. Короче, все это разгрузили. В общем, из всего этого, из этих 238 брусов, 11, как, блин, как это называли, грубобрус. В общем, брусы с корой. Я, конечно, во всех этих делах не силен. Ну, как, насколько я понял, брус с корой, он не декларируется, или просто брус. Короче, брусы, которые с корой, их вывозить нельзя. Я понял вот это. В общем, отобрали 11 брусов. Мы стали весить на тонну меньше. Сейчас мы весим уже 17 тонн. Я немножко по-другому загрузил. Сейчас 17 тонн, у меня 9 тонн на вторую дает. Положил ровностью, полностью все. Короче, 5 по 15 рядов. Ну и 2 сверху еще осталось. В общем, я сейчас уже везу 227 брусов, получается, лиственницы. Ну вот, в общем, это мы все пока выгрузили, пока это все досмотрели, померили, посмотрели, понюхали, пощупали, потрогали, под навес подержали, туда-сюда. Ну, давай это все дело загружать. Все загрузили. А фитосанитарный сертификат у меня был готов еще с 15 числа. С 15 октября. Сегодня 21. Действие фитосанитарного сертификата 15 дней. В общем, тут подумали. Короче, будут переделывать мне фито. Потому что... Ну, остается считать, уже сегодняшний день можно не считать. Остается 9 дней. Через ровно 30-го это крайний срок, когда мы должны попасть в латышам на таможню. Не на таможню, к фит, ну, к врачам, чтобы оформить фито. Если его просрочить, это начинается геморрой. И геморрой, причем очень такой, довольно-таки серьезный. Поэтому подумали, что... Короче, есть возможность его переделать. Плюс мне сопроводительные документы дали, а вот декларацию таможенную, все это вот, инвойсы для прохождения границы, все это мне, в общем, все это все выпустят. Сегодня получается среда, вот четверг, пятница выйдет декларация, все документы здесь оформят, и потом DHL-ом мне переправят и в Москве передадут. Ну, встретимся в Москве, и мне уже именно, которые мне нужны уже туда, за Бугор. Здесь-то на проезд у меня все есть. Накладная, сопроводительные, туда-сюда, все нормально. Ехать можно. Вот, короче, сегодня бревен натаскался. Вот мы, считайте, вот полтора часа
Нет, час. Ну, а состояние в пробке, так, наверное, полтора часа вот выезжал из Улан-Удэ. Сейчас время уже 7. Сегодня до Ильинки доедем. И все, дальше не поеду. Что-то я замучился сегодня. Так, знаешь, ну, прикинь, сначала лежишь, потом день бегаешь по этому городу. 5,5 часов. Потом опять день лежишь, потом бревна таскаешь. Ну, такое неравномерное распределение труда. Что-то у меня уже сегодня никакого настроения нету никуда ехать. И куда ты сейчас ночью попрешься? Тем более фито переделывать будут. Глаза на выкате, смысла ехать нету. 30-е это у нас пятница. То есть, вот прикиньте, надо было это приехать в пятницу и потом зайти в Латвию, и потом еще 2 дня в Латвии стоять. Так, приедем, может, 31-го туда. Пятницу, субботу, воскресенье. Ну, в общем, посмотрим, загадывать не будем. Дорога впереди не близкая. Тут может быть и снег, и дождь. Все, что хотите, может быть. Вот. Так что опять у нас получилось великое Стоялово. Ну, не великое, полувеликое. Ну, с учетом того, в субботу я приехал. Воскресенье, понедельник, вторник. Ну, сегодня 4, сегодня 4-й день. Как отстоял. Надо туда заехать, в Ильинку, там душ. Все эти дела, потому что здесь тоже ничего не было, никаких условий таких на этой таможне. Не покупаться, ничего. Помыться, дорога дальняя. В принципе, я завтра к сестренке приеду. Ну, посмотрим, может, и не пойду в душ. Сестренке все равно поеду, так у нее помоюсь. Или пойду. Если честно, лень. Сегодня просто тупо лень. Сейчас доберемся. Там решим. Ну а пока все, начинаем наш путь обратно. Ну, вернее, как начинаем? Продолжаем. По-моему, мы завтра будем еще догружаться в Иркутске. Что, 17 тонн, место валом, можно какие-то догрузики побрать, хоть каких пару рублей сверху заработать. Ну а что, так, подождите, стоп, что-то я не туда, я еду, это же уже весовая, значит, надо через весы ехать, а то бы сейчас поехал так нагло с левой стороны, кто-нибудь бы на меня обиделся, просто так никого нету. Но обидеться могли. Че, погнали? До Ильинки. Хорош на сегодня будет. Вам, конечно, не видно, но с правой стороны течет Селенга. А с левой стороны сейчас будет самое вкусное кафе. На, скажем так, на всем побережье Селенги. Ну, это сугубо лично мое мнение. Называется кафе «Багульник». Здесь всегда куча машин, куча людей. Кормят просто. Просто шикарно. Еще я вам скажу, что здесь сегодня прошелся снежочек. Сейчас вот как бы вот не видно. Но только что было, все обочина была белым-бело. Сейчас посмотрим, как у нас там ситуэйшн на Мандрике. Какой ситуэйшн? За бортом ноль. Ну так-то сухо, ничего нету. Мы сейчас вот чуть-чуть там туда-сюда, лево-право и пойдем в Мандрик. Перевалимся. Полезли. Не знаю, даже какой-то типа снежок вот что-то тут все-таки сыпется сверху. Кричат, что у нас наша полоса занята там где-то впереди. Да, сыпется снежочек. Ну так-то сухо.
совсем не хочет подниматься. Идет снег, идет, просто дальний не хочу включать, чтобы не слепить людей. Идет снег. Обочина вон белая, вам не видно, конечно, но обочина белая. Нет, тут не скользко, тут мокро. Ограничение скорости 60 км в час. Там в левом ряду, конечно, нельзя, если верить знакам. Успеем, не успеем. Толка тяжеленький идет, да? Длинный, тяжелый. Тонна груза, вообще шикардос. Вы превышаете допустимую скорость. Так что все будет нормально, пройдем. Ограничение скорости 40 км в час. Так вообще зимой тут не скучно. Когда скользко здесь, вот на этих подъемчиках с поворотами. Огонь. Штурмовать. Да, вон. Все присыпано. Я застоялся, ехать хочу. Хоть чуть-чуть, но проехать. Ограничение скорости 40 км в час. Еще одна. Все, залезли. Сейчас будем спускаться. Мандрик, кафе Мандрик так и называется, видите, на самом верху. Белая, вот белая, обочина белая. Ну вот она, Ильинка. Думал, может, дальше поехать. Димке позвонил, корешку. Говорю, а там что, Бабушкин, есть там где стать, что? Да нет, говорит, там нифига, там что-то на этой Роснефти там пыхтят, ругаются. Там, где когда я сюда ехал, там коллега заезжал, что там, ну, вроде как территория, ну там есть там стоянка, нету. То есть люди стоят, а что там? Ай. Стану здесь, сейчас что, время 7:30. Завтра часов 6, может, выйду утра. Отсюда мне, ну, часов 6, ну, пусть 7. До этого, до Иркутска. Мне главное в Иркутск завтра заехать, забрать две пачки. Там тоже доски будем нагружать на Березовский возле Екатеринбурга. Туда поедем. Место есть, возможность есть, почему нет? Тем более люди ждут уже всего. Вчера прождали, сегодня прождали. Звонят.
так к нам приедете, заберете. Ну, надо, наверное, подумать. Ну да. Видите, если бы фито не переделывали, то нужно было бы, конечно, тут рваться, напрягаться. Ну а какой смысл в этом рваться, напрягаться? Не по нашей вине столько дней простоя, и потом тут надо лететь. А раз фито будет новый срок, только сегодняшним числом, плюс еще 15 дней, так потихоньку мы и доедем. Так, там копейка, там рубль, там два. Идите, и что-то, может быть, и подсобираем по мелочам. А сейчас все вот на выезде. С правой стороны стоянка. Никакого желания, что-то вообще. Так, физически потрудился, так я бы сейчас с таким удовольствием поспал бы. Разленился за эти дни, обалдеть. Модель. Гультай. О, на белорусский. Ехать полночи до Иркутска тоже что-то ничего не весело как-то. А завтра? Что там, две пачки загрузить, бочину сдвину. Две пачки кинули. Ремни у меня есть. Ремни накинул, привязал. И все, и поехал. Тем более, раз тут все готово. Значит, я еду как-то, по-моему, слишком быстро. Знак 40, я еду 65. Камеры висят. Не помню, эта стоянка здесь, она по дорожной сети или не по дорожной. Ух ты, какой-то памятник красивый. Эх, не успею. 17 месяцев, это классно. Не успел. Видите, беленько, беленько. А что там култук? Култук, культук, чтобы был хороший. Не очень снежный. Веселые ребята вот эти вот, Иван, Алдар, брат, если неправильно сказал, значит извини, я не специально, если неправильно имя произнес. Так прикольно, посидели, пообщались, порассказывали мне тут свои, ну, местные там всякие штуки, приколы, вообще так здорово. Подписчика своего встретил, Алексей, коллега, тезка, привет. Пламенный тебе. Хотел тебя заснять, когда ты выезжал и не успел, когда ты уже проехал. На КамАЗике ездит, тоже доски там привез как раз туда. Хотел тебе, тезка, заснять, но не успел, ты уже успел проскочить, только посигналил. Вот она, наша стоянка. Она еще пустая, смотрите, никого нет, ничего себе. Не, нам жаворонкам уже надо спать. А мне так лучше завтра в 6 утра выехать. Веселее будет. А где хозяин Медной горы? Что нету никого. Куда вставать-то? А что я буду думать, куда вставать? Вот здесь вот рядом с этой сканей Black Griffin и стану. В всяком случае, никто не заставит. Перепроложить? Надо ничего перепроложивать. Мы спать приехали.
сачки надо еще купить. Есть у меня такое желание. Карнавальный тут. Ё-моё, что Маша с ума сошла. Смотрите, что-то тут нарисовала мне. Аппликация, он error, что-то. Маша, надо срочно тебя перезагрузить. Все нормально, я завтра к сестре приеду, там и все, и постираюсь, и в душ схожу. Все, мотель Магистраль, закрываемся. Точки, страна завершения, Россия. Выключаемся. Сейчас Машку посмотрим, что с ней случилось. И хорош.